Всем привет! Сегодня понадобилось мне сделать вот такие вот шайбы и решил с вами поделиться простым способом, как это можно сделать. Смотрите, есть у меня стойка к болгарке. Можно, конечно, просто болгарку, и там немножко нужно будет придумать, как сделать что-то наподобие стойки вот такой, и дрель. Буду вырезать шайбы нужного диаметра из вот таких заготовок. В центре уже просверлил отверстие. Дрель зажат у меня болт шестерка. Одеваем. И затягиваем. Так, все, зажал. Здесь немножко оно неровно, но это нам не помешает. Все, ставим, вот просверлил на нужное расстояние отверстие для того, чтобы вставить болт. Вставляем. Так. Прорезаем до половины и перекидываем на другую сторону. Вот так он у нас получается. Все, зажали. Подрезаем другую сторону. Все, получается вот такая шайба. Можно еще подровнять немножко на наждаке. Это уже как кому нужно. Ну вот таких шайб можно наделать любого практически диаметра. Ну, чем больше диаметр, тем будет легче сделать, потому что будет дальше от центра оси находиться сама болгарка. У меня здесь получается 76 диаметр такие вот шайбы.